как вести себя в приличном обществе. В обществе интеллектуалов, интеллигентов, образованных и умных людей поговорим с нашими экспертами. Хорошие манеры делают человека увереннее в любой компании, помогают расположить к себе. Основной принцип этикета – удобно мне, удобно со мной. Хорошие манеры, о которых мы вам сейчас расскажем, добавят вам уверенности и легкости в общении. И сегодня тема «Этикет плюс телефон». Телефоны есть у каждого, но не каждый знает, какое поведение с телефоном в руке мы можем себе позволить, а какое нет. Как мы будем выглядеть вежливо, а как невежливо. Для того, чтобы не попасть в неловкое положение, запомните несколько простых правил. Прежде чем позвонить, подумай, может быть, вначале написать? Удобно ли человеку говорить именно сейчас? Звонить друзьям раньше 8 часов утра и позже 10 часов вечера считается дурным тоном. А если позвонили тебе, не говори, как телефонный динозавр. Алло, да, слушаю. А просто поздоровайтесь. Если я с кем-то встречаюсь или обедаю, то перевожу телефон в режим без звука. Привет. Не кладите телефон на стол в ресторане или в кафе. Это не столовый прибор. Если вы позвонили, но не дозвонились с первого раза, не нужно звонить еще и еще. По этикету нужно подождать несколько часов и только тогда набрать заново. Никогда не говори на публике громко и долго. Полина, а скажи, о каких темах нельзя говорить? Никогда не говори о профессиональных или личных проблемах, о финансах или здоровье. А я выключаю мобильный телефон, когда обедаю или ужинаю, дома или где-то с друзьями. Кто обрадуется тому, что каждый из присутствующих будет говорить с тем, кого нет рядом? Если я на работе или с семьей, всегда ставлю телефон в режим без звука. Нельзя фотографировать людей без их согласия, и уж тем более за этим выставлять эти фотографии в соцсети. Слушай, Полин, а может быть сделаем совместное селфи? А давай! Нельзя читать сообщения и смотреть списки контактов на мобильном другого человека. Бывают ситуации, когда ваш друг, желая поделиться, хочет показать вам фотографии. Некультурно перелистывать фотографии дальше. Уважайте чужую свободу. Отложенный смартфон – это признак хорошего тона. Наш девиз – элегантность и хорошие манеры каждый день. Этикет – это тренд. Этикет – это тренд. Учите этикет.